Итак, на льду, как вы уже, наверное, поняли, питерцы София Хизамутдинова и Лев Саханович. А это их тренеры Василий Великов и Людмила Великова. Слушайте, а интересные какие юные тролли София со Львом. В целом очень достойный прокат их короткой программы. Пока похоже, что не форсируют события эти спортсмены, так двигаются постепенно, не скачкообразно, мелкими шажочками, но идут в очень даже правильном направлении. Во всяком случае, все заявленные элементы были исполнены, пускай не все из них были исполнены на максимальный уровень сложности. Это касается и стартовой тройной подкрутки, это касается и Тодеса, но в целом очень приятное впечатление оставляют эти фигуристы и сейчас получают абсолютно заслуженные поздравления от своих тренеров. В нынешнем сезоне выступили эти спортсмены на этапах Кубка Федерации в Сочи и в Москве. И интересно, что в Сочи набрали больше, но заняли место ниже в таблице по сравнению с этапом «Московские звезды». В целом можно сказать, что звезд с неба не хватает, но постепенно к этим самым звездам тянутся, и будем надеяться, что в итоге сумеют до них дотянуться. Такие они, София Хизамутдинова и Лев Саханович. Хорошая, как, с проездом поддержка, без особых надбавок со стороны арбитров, но и без особого волнения. Во всяком случае, спуск поддержки не заставлял зрителей испуганно хвататься за сердце, а уж совместное вращение
параллельное, конечно, вращение, и вовсе поначалу выглядело, как будто его делает один человек. Потом немножечко разошлись, но в целом впечатление это не испортило. Очень хорошая программа. Николай Матвеевич. София Хисамудинова, Лев Сатанович. Ну и оценки. Оценки Софии со Львом. 55,94 балла. С этого и начнем следить и сравнивать оценки спортсменов на парном турнире.